Ну вот, конец дня, 3 мая. Мы наконец-то все сделали. А вот у нас прорыто уклон. Он там причал в конце. Значит, когда вода подымется и потом опять упадет, дорожка станет чуть левее. Немножко сюда. Но это как бы специально сделано место для проезда техники. Иначе ему просто не выехать было бы. Значит, ну и вот то же самое здесь. Мы выбрали у скалы, спланировали грунт, получился такой ровный, нормальный уклон. В общем, и мост, как видите, да, он идет прямо-прямо, и потом он станет правее. Оставили специальную дорожку для проезда тяжелой техники. Вот так вот.